Добрый вечер еще раз, дамы и господа. У микрофона Юрий Пранко, Это Финам ФМ, ежедневная программа «Сухой остаток». Обсуждаем текущую ситуацию на рынках и в экономике. И мои гости сегодня Андрей Верников, зам генерального директора по инвестиционному анализу компании «Целих Капитал Менеджмент». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И независимый эксперт Александр Зуваев. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, ваш взгляд на рынок? Ну, с моей точки зрения, если мы посмотрим на историю, а все биржевики, они верны, После президентских выборов в России всегда было падение. В 2008 году оно было только отложено. Угу. Я полагаю, что с высокой вероятностью мы увидим аналогичный сценарий в этом году. Я не знаю, что будет. Как бы спусковым крючком. Если мы посмотрим, например, на коррекцию мая 2006 года, там Путин выступал перед Федеральным собранием, сказал какую-то витиеватую фразу, что, в общем, власть не должна от бизнеса зависеть, и все решили, что у нас э, ну, будет помимо Юкс еще несколько вот таких дел. Почему решили, я не знаю. Ну, так решили. Да. Смотрится из медвежьих факторов: это война на Ближнем Востоке, потому что ну, скажем так, для Израиля это вопрос выживания. И в свое время в эфире нашего делового телеканала я назвал Ахмади вторым Гитлером. Меня жутко ругали. Но, ну, в общем, я считаю, что это такая реинкарнация, только более слабая. На самом Жесткие деле. формулировки. Ну, это правда. Mm -hmm. К тому же, я так понимаю, они как бы персы сами не говорят ни да, ни нет. Но у него была юность типа Басаев. Он там заложников людей брал. да, То есть, в общем, такой человек-то. А вот. Ну, плюс, конечно, смотрится... А, Португалии и прочие проблемы европейские. Uh -huh. Потому что на самом деле ведь вопрос даже не в суверенных долгах, вопрос в том, насколько будет а, серьезно потрепан европейский финансовый сектор. А, плюс я не исключаю, что, возможно, у нас какие-то, как говорят, политические риски. Потому что мы видим, просто на самом деле я думаю, что с правительством не так все ясно будет. И я не знаю как, но Владимир Владимир человек очень хитрый. И я считаю, что настоящим долгим премьером в России будет господин Кудрин, что хорошо для рынка и очень хорошо в кризис. Другими словами, вы предрекаете, что премьерство Дмитрия Медведева будет краткосрочным? Я считаю, что Лунтик никакой премьер. Поэтому, вот господин Кудрин, он хороший премьер, учитывая нашу конституцию, которая есть. У нас все-таки премьер, это, ну, прежде всего, такие экономические функции, да, или менеджерские несет. Соответственно, я считаю, что господин Кудрин один из авторов русского экономического чуда вместе с господином Жуковым. И, соответственно, он очень хорош своей консервативной политикой своим отношением к монетарной Но системе. в этом вы видите политические риски все-таки. Я считаю, что у нас может быть любой расколбас, и не все так ясно. С моей точки зрения, в долгую, в долгую. покупать, конечно, российские бумаги стоит. И я думаю, что надо просто сделать как бы выборку из национальных чемпионов своих секторов, но ну, то, что первым делом дорожает. Uh -huh. И опять-таки, если мы посмотрим на то, что Путин говорил новая экономическая политика будет касаться госкомпаний. То есть борьба с коррупцией увеличение uh -huh. дивидендов. Ну, соответственно, там рисуется Аэрофлот Росгидро, очень хорошо рисуется Транснефть, но это не госкомпания, но близкая компания, это Сургут, конечно, он вырос, да, uh -huh. особенно привилегированный. Yeah, а, достаточно сильно, но, грубо говоря, когда денежная позиция компании равна капитализации, а, мое мнение, что надо, конечно, считать и казначейские бумаги при оценке компании, и надо считать кэш. Uh -huh. И рано или поздно этот кэш... Будет распределен. Я не знаю, когда. Я не так близок сейчас, близко сижу, да, как говорят угу. на рынке к Сургуту. Но в свое время люди говорили, что 1 января 2013 года, что не есть очень не скоро, у Богданов заканчивается контракт. Вполне возможно, после этого будут какие-то изменения. Я не знаю, будет ли там слияние с Роснефтью, о чем говорили там в середине нулевых, еще что-нибудь. Но я считаю, Но что сургут Бреф — это, это хорошее вложение вообще Сургут. И я считаю, что на самом деле то, что вот некоторые буржуи говорят, если сделать там прозрачный отчет, и, кстати, у Сургута она была консолидирована например, в 2001 году, и, в общем, просто показать компанию, там будет достаточно серьезный скачок. Это взгляд Александра Розуваева. Андрей. Uh -huh. а, ну что, Андрей, <клёх> а, прошлый год у нас был годом зайцев-побегайцев. Это такие активные трейдеры, которые по рынку бегают туда. Я чувствую, мы сегодня пол будем в вами говорить. Туда-сюда, ну пускай привыкают. Так. Вторую тезу я хочу сказать, что прогнозы аналитиков не торгуются. Вот те, кто этого не понимают, просто выключите радио, идите погуляйте на улицу, почувствуйте весну. Торгуются торговые моменты. Вот. Ну, Что касается зайцев побегайцев, то очень интересный момент был 5 числа этого месяца, когда я говорю, что на графиках бумаг <coughs> есть опленные а, моменты для игры вниз. Они говорят, этого нет. И потом 6 числа индекс МВБ у, у Какашева на 4%. Это uh -huh. вот. был первый звонок. То есть, как бы звонок был связан с ослаблением австралийцев, канадца. То есть, не все было хорошо. На самом деле, наш рынок не уже давно показывает слабость в то время, когда формально он должен расти. А если говорить... Э, по графикам, то что получилось? Вот есть уровень 1630, вообще не знаю, уровень ругать на слово здесь, да, наверное, да. Почему? Уровень, да, это вот... Это нормально. 61,8, опять сленг, да, по Fibonacci, это как бы, этот уровень показывает, либо это коррекция, либо зарождение роста. Вот сейчас вот мы удали 1630 два раза, да, угу. и получается так, что... Такая нехорошая ситуация, что вот если мы сейчас пойдем на 1480, если мы этот уровень пробиваем, пока там все сходится, да, вот, если мы это пробиваем, то все наши инвесторы будут считать, ага, нас развели, это не новая волна роста. Вот, так что я думаю, зайчики-побегачки, мы с вами побегаем uh -huh. в этом году. Вот. А конкретно торговые моменты, вот сейчас в Лукоиле остается продажа, в Роснефти надо закрыть продажу, если заячьи моменты в Газпроме надо закрыть. Ну, так вот, я думаю. Ну, а как считаете, вот все-таки есть часть ваших коллег, которые считают, что лучше сейчас в кэше находиться, не, а, не покупать никакие бумаги, не открывать новые позиции. Давайте Андрей с вас и затем Александр. Ну, понимаете, что дело? Есть коллеги и коллеги. Вот одни адап адаптированы а, к игре на таком рынке. А вот я, честно говоря, считаю, что ближай вот ближайшей неделе нас ждет а, снижающийся боковик в широком диапазоне. Вот многие просто не умеют играть. Поэтому они говорят, ребята, кэшуемся. Кэшаваться легко, но пошли хлебные дни. Если вы обкэшились, а мы так были моменты, что мы росли бочкообразными... Да, не такие небольшие свечки, ну, опять со сленг, uh -huh. да. Uh -huh. И были, были моменты, что вообще нельзя было зарабатывать. То есть мы открывались вверх, а потом ползли вниз. Открывались вверх. Ну, как ты заработаешь в таком рынке идиотском? А сейчас реально пошла движуха, а они говорят, ребята, мы не умеем работать, поэтому аут. Это просто смешно, просто показывают плохую квалификацию тех, кто советует. риски-то все-таки видите. Если видите, то в чем? Вот я еще раз говорю: значит, что если ты заяц. Вот разговаривал недавно с начальником <как> руководителем одной инвестиционной компании. Он говорит, как у нас вот выглядят по клиенты: 50% э, проигрывают, а 45% непонятно, выигрывают или проигрывают. Потому что рынок ходит туда-сюда, туда-сюда, опять а точно выигрывают. То есть, когда рынок ходит вот туда-сюда. 50-45% на 5, да? Да, вот так? примерно. Uh -huh. Где-то 5% всего лишь точно сказать, он даже не может сам сказать, что, что с этими 45%. -ю. То выигрывают, не то проигрывают. Uh -huh. Это Андрей Верников, Александр. Ну, с моей точки зрения, возвращаясь к российским рискам, это не только риски политические, uh -huh. это то, что у российского рынка акций очень высокая бета. То есть, если мир растет, мы растем больше, чем другие. Если мир падает, мы падаем больше. Есть немножечко еще другой аспект. Есть рынок бандов, то есть рынок облигаций. За счет этого, за счет наших рисков, доходность там э, выше, чем она должна быть с точки зрения экономики. Поэтому я думаю, что в текущей ситуации правильный портфель ⁇ это 95% бандов. При там можно найти очень хорошие корпоративные субфедеральные банды с нормальной доходностью, э, с нормальной дюрацией. А 5% это опционы кол. Соответственно, если вдруг рынок провалится. Банды вам дадут ту доходность, которую они должны дать. Ну, и соответственно, вы останетесь при своих. Если же рынок вырастет, вы очень неплохо заработаете на опционах. Поэтому я думаю, что сейчас это наиболее правильный вариант в текущей ситуации. Хотя. Но не сидеть в кэше. Нет, ну зачем сидеть? Есть, есть облигации. При этом, все-таки, опять-таки, я считаю, что даже на нынешних уровнях. Сургут — это очень интересная вещь. Ее можно держать отдельно. С одной стороны, это бонд, потому что за уходящий год, за ушедший год, минимум там 2 рубля по прифам, То есть это очень хорошая доходность, он, ну, грубо говоря, 10%. А в годовых это больше, потому что Сургут, скорее всего, заплатит в конце июля. Ну и плюс, там может быть много всего интересного. И действительно, все-таки... Интересного чего? ну корпоративные события uh -huh. с точки зрения распределения кэша и прочего и прочего и прочего там много всего может быть и опять-таки вот ставочки на рынке облигаций частично влияют на сургут потому что многие смотрят на сургут ну практически как на облигацию на дивидендную бумагу смотрят какая там доходность и на самом деле действительно компания у которой там 28 миллиардов долларов на счетах угу. это конечно не пол, у которого сотка но все равно ну наверное вероятность дефолта э, намного ниже да что Сургут не заплатят э, чем там по каким-то облигациям поэтому я думаю банды плюс опционы это правильная инвестиционная стратегия я хочу э, вот с вашей помощью рассмотреть ситуацию вокруг Сбера противоречивых заявлений все-таки, чем это все закончится? В смысле Да, я хочу просто понять, то есть, рынок пер, все понимали, к сотке, доперли. Затем выходит греф. Говорит, нынешняя ситуация нам неблагоприятна. И вот здесь я на самом деле теряюсь. Андрей. Ну, не согласен я. Вот, может быть, меня сейчас не позовут, но я не да. скажу, я громко, я не скажу, сотка это ничто, потому что если посмотреть по Блюмбергу, там 115-120 поставили на вес дома, они не снижали. Ну что сотка? Сотка это только слова Грефа о том, что мы рассмотрим, вот ну, так, я до Да, слова, там, не помню. кстати, очень витиевато да, да. Все мы, мы, рассмотрим, но все равно конъюнктура. Сейчас ä, западные банки <кхм> американские не так все плохо чувствуют, даже вот если мы смотрим вчерашний день, они были в лидерах роста, ну там два сектора было, да, вот, поэтому, я думаю, это от нас ничего не зависит. На самом деле, Сбер, Бир бы я бы лично не шартил вот так глобально. То есть мы как бы отрабатываем определенные игровые моменты. Э, интересующимся я могу сказать, что я думаю, что 85, по которым они шартили, они не увидят. Это мужайтесь, друзья, потому что <coughs> наши инвестиционные компании брокерские бегают по рынку и ищут эту бумагу. Это первые, так сказать, что шартов дофиг много. Вот, поэтому, я думаю, 93,5, вот красная цена, откуда все пойдет наверх. А вообще, я думаю, что это от нас не зависит, и я лично думаю, что Греф будет руководствоваться мировой конъюнктурой. Что, а тут уже э, как дальше будут э, банки? Э, это зависит от американских банков. Мы можем только только предположить, что да, дальше будет, что до ноября э, до выборов в США не будет сил тянуть наверх банки, не будет сил. Вот так мы так предположить, да, что будет некий пр провал, тем более апрель э, плохой месяц э, исторический до да, американского и после провал э, пойдем снова до ноября наверх. Это только только вот прогноз всего лишь. Mm -hmm. uh -huh. Александр. Ну, так смотрите: Сбер останется основным банком в России, самым крупным, ну, в обозримом будущем. А для такой экономики, как Россия, размер то есть там по 2 триллиона да, долларов, и доля Сбера Сбер в этом экономике рентабельность Equity больше 30%. Я думаю, что он должен торговаться где-то по 3 капитала. Да? Угу. Сейчас он, наверное, торгуется, ну так, на скидку 1,6. Я могу там плюс-минус ошибиться. То есть, грубо говоря, фундаментально Сбер имеет потенциал 100% в два раза. А приватизация плюс в каком плане? Как только пакет будет продан, ну, пройдет квартал да, после этого, все посчитают фрифлоут, и доля Сбера в индексах автоматом вырастет я думаю что все таки на грефа будет давить ä, правительство ä, с точки зрения бюджета потому что нынешний бюджет очень уязвим к ценам на нефть у нас все хорошо потому что но пока для них в общем то ситуация не критическая ну правильно потому что началось все с ливии и сейчас иран mm -hmm. на самом деле на Ливии Россия заработала, если смотреть целиком, как-то. Там на авианосец сегодня очередной зашел в армушки да, пролив. Да. Больше, чем там потеряла там эти контракты и так далее. То есть пока сохраняется премия в цене на нефть, конечно с бюджетом все нормально. И конечно, если там будет неожиданный бюджетный дефицит, ничего страшного не будет. То есть будет просто ослабление рубля, некое, которое позволит это дело закрыть. Но все-таки российская финансовая политика она сейчас достаточно рисковая рисковая из за больших предвыборных социальных обязательств и из за военного бюджета а, пронесет не пронесет я не знаю там, как что будет но доходы от приватизации они никому не помешают при этом на самом деле о том что там приватизировали вот этот пакетик в сбере кроме фондовиков никто не узнает а вот если выставлять там на продажу какую нибудь роснефть но это политический момент, это не знаю, справедливая Россия с коммунистами в Думе, там начнут там Бучу какую-нибудь и так далее. Поэтому я думаю, что, э, скажем так, вероятность продаж пакета достаточно большая, если действительно конъюнктура позволит. Все будет зависит от э, внешних факторов. Но не внести... от Значит, Нет, там... ну внутренний фактор, понятно. Там давление, если вдруг, опять-таки, внешний фактор начнет давить на чиновников. Ну, никто не будет, конечно, дешево да, продавать. Да. Но если более-менее как-то нормально, я думаю, что продажа будет. Можно вспомнить, примерно год назад ведь была продажа Но они дальше должны ВТБ. пойти. Они и Роснефть должны выставить. То есть там же целый список. Я согласен. Из которого, правда, стали исключать. Отдельно. Роснефть, ситуация, ну, скажем так, более политическая. И я не исключаю, что будет выставлен пакет компании Роснефть, но не государственные, а казначейские акции. Uh -huh это будет сделано для того, что продав их, Роснефть получит деньги на освоение Арктики там, и прочих проектов. Вполне возможно, так и будет, потому что налоговые льготы отменили по Восточной Сибири. Ну, как бы... И плюс Роснефть будет продать тяжелее. Почему? Потому что Роснефть всегда считалась очень прозрачной компанией, эффективной и так далее. Ну, можно сказать, что это активы ЮКС, которые с этим, были очень хорошие. Можно сказать, что это хорошее корпоративное управление Сечина. На самом деле, то и то. Но последняя вот квартальная отчетность, то есть годовая компания Роснефть, она, в общем, достаточно... Оказалось плохой из-за раздутой инвест-программы, из-за планов инвест-программы, да, большой. А рынок всегда считает, что там сидит воровство, чего в Роснефти никогда не было, это не Газпром. Ну, из-за того, что действительно там. Что же вы Газпром-то так лягнули? Ну, Хорошая Газпром бумага... намного хуже, чем он был в пятом-шестом году как компания. Да, он оценен, опять-таки, грубо говоря, в два раза дешевле, чем до кризиса. Поэтому, в общем, Газпром. Ну да, там надо работать. То есть там есть потенциал, и, но ну, опять-таки там надо работать, чтобы был действительно более-менее такой вменяемый бизнес. А, Роснефть всегда считался талоном. Ну, сейчас, в общем, на годовой отчет но все равно все будут смотреть. И плюс, как я уже говорил, вопрос политический. Единственное, что может вот перебить это, это то, что Роснефть резко увеличит дивиденды, как увеличил Газпром. Но я на самом деле не думаю по той простой причине, что действительно Роснефть все-таки связана Большими инвестиционными проектами не надо забывать, какой у нас налоговый режим. Угу. То есть до сих пор там из нефтянки все выдаивается. Андрей, а вот ваш взгляд на эти две бумаги. Ха, значит, еще разочки я скажу, что прогнозы не торгуются. Не то чтобы я боялся, что меня за это повесят, потому что у меня есть свой портфель ротации, там есть доходность нормальная. Есть портфель также на Камоне, это социальная сеть трейдеров, которую сделала Финам, там тоже нормально все. А, ну вот просто, чтобы люди немножечко мозги вправить мозги править. Ну, вот так бы и я... Андрей дум... Верников у нас будет в мозги вправлять слушать. Так. Да, чтобы люди стали зайчиком-побегайчиками и учились зарабатывать на таком высоковладсильном, как говорят науки... Сейчас, подождите-ка. Вот зайчики-побегайчики. Значит, вот господин Верников вас уже 125 раз так назвал. 65, 10, 99, 6. Код москва495.финам.фм Завалите! Это Верникова вопрос. Это да? звучит вот гордо. Он... Андрей, я именно так и воспринимаю это. Вот смотрите. Сидят... Два эксперта. Оба знают ситуацию на финансовом рынке более чем. Вот давайте. Чтобы быть людьми, которых называют в хорошем понимании зайчиками, побегайчиками, по крайней мере, в транскрипции Андрея Верникова. А вы, многие из вас, хотели бы заработать, ну или хотя бы сохранить то, что вы уже заработали. Вот задавайте вопрос. Открытый эфир. Что ж, считаете нужным, то и спрашивайте. 65-10-99-6, финам.фм, наши средства связи. Андрей, простите, то, что перебил. А, нет, а вы как, по теме сказали. А, вообще, про политику, вот в декабре мы почувствовали, что политика стала вмешиваться уже, как бы, да, у нас с мая прошлого года есть отток капитала. Да. А, исторически у нас так получилось, что цикл, и, приток и цикл оттока, ну, где-то полтора-два года, да. То есть мы еще ждем, да. А тут, как бы, после выборов возникли нек некие... Я вообще не люблю политику, но вот так все политика, экономика как-то смы смыкается. Uh -huh. Такие некие сигналы, чтобы власть будет закручивать гайки я имею в виду даже не ту панк-группу Девичу, а дело Магнитского покойного да, и ряд других. Да. И в такой ситуации рассчитывать то, что будет устойчивый приток, устойчивый приток западного капитала раньше, чем вот не через полтора-два года, да, то есть, там. а вот прямо сейчас я бы не стал. Я думаю, что сейчас будет совершенно немножко другой вектор на закручивание гаек, который немножко отпугнет западных инвесторов. Но это частное мнение, я могу еще раз ошибаться. Но, -пока вот Но все... на ваш взгляд ситуация будет неблагоприятна. Да, 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 они уже пуганные, перепуганные э, сейчас сидят, и я даже боюсь, что даже если придет Кудрин, они еще будут э, по-прежнему смотреть шаги, потому что даже Владимир Путин в своих э, предвыборных статьях, там очень много противоречий, то есть на экономическую, на социальную тему, там нет единой линии, там он пишет <coughs> непонятно кого, он не то средний класс собирается поддерживать, не то, извиняюсь, рабочую аристократию, да, и пока общей линии нет, они будут сидеть и ждать просто действий. То есть ситуация будет еще раз неблагоприятная. Мне кажется, что... По сейчас... мнению Андрея Верникова... Глуп да, все не... это. Для Если мы посмотрим тренда. на фонды, которые ориентированы на Россию, да. то мы имеем сейчас приток денег достаточно серьезный. Я имею в виду именно фонды Эквити, да? Если мы посмотрим на как бы, то, что дает ЦБ по счету капитальных операций именно в развития там есть отток, но там не то... Только наша политика, это, кстати, данные, это еще февральские, там все-таки европейский кризис, что касается э, какой-то там прочей нашей политики. Ну, я не знаю, на самом деле, я думаю, что все опасаются просто, что э, Россия может занять достаточно жесткую позицию с точки зрения Сирии и Ирана, вот это все. А что касается там закручивания гаек и так далее, ну, я так скажу, первое, кто крупнейший финансовый игрок на европейском рынке акций облигаций? Это Ватикан еще апостол Петр заложил основу так. инвестирования. С точки зрения католической общественности, этих, как бы это сказать, вот просто девушки легкого поведения бывают очень приятно. Эти отмороженные бабы, они заслуживают максимально Вы жестких... сейчас нарветесь на комплименты со стороны слушателей. Да ради бога, там, смотря какие слушатели. Вот, они очень жестко должны быть наказаны. Любой другой вариант просто скажут, что в России без власти и так далее. Если вы почитаете, ну, даже людей иностранцев, которые много лет работали на нашем рынке, там начинали в известных финансовых домах, потом фонды свои создали, ну, скажем так, они тоже приветствовали бы более жесткую линию, это вот как история с ЮКОСом, Сначала говорили, ой, власть там гнобит такую компанию, политические риски. Потом, когда Юганск выставили на продажу, все сказали, вот, теперь у нас будет налоговая дисциплина, хорошее корпоративное управление и так далее. То есть, на самом деле, ситуация выглядит не так. Более того, у нас как-то так принято, что наши чиновники, они ну, как-то так что-то комментируют, а в основном они молчат, да, нет реакции. То есть на какие-то события. Но на самом деле официальная точка зрения э -э, такая разумная, аргументированная, она представлена в той же благосфере. Например, у меня нет времени смотреть телевидение, ну, кроме там, наших новостей, там uh -huh. экономических или вестей 24, что в принципе тоже uh -huh. новости. Но есть, например, блог, известный э -э, российской писательницы Марин Юденьч. Читайте, и вы поймете взгляд с другой стороны, в том числе на нефть, на фондовый рынок, и так далее. А, поэтому я на самом деле э, считаю, что вопрос э, с точки зрения рынка и политики что будет? А с а, госкомпаниями потому что если мы посмотрим на объем там прокачки нефти консолидированной отчетность он ну, транснефти она совсем забита посмотрите как оценена выработка и мощность там Росгидро, то же самое если рынок увидит что с госкомпаниями все нормально то ну там очень хорошая доходность тот же аэрофлот ясно что аэрофлот а, Трансайр и ЮТР – это три компании, которые но они сейчас имеют очень большую долю. Они будут и дальше иметь. Их позиции будут только увеличиваться. Поэтому я думаю, что на самом деле, вот как говорят красные фишки, госкомпании – это очень интересно. Вот. И я считаю, что на самом деле никаких моментов Э негативных с точки зрения э э российской политики быть не может. Но вы тем не менее говорите про некий жесткий курс. Я хочу понять, что это, Но о чем идет речь? То, что Андрей сказал там, что э могут. Но Андрей там... сказал, что будет закручивание. Говорит. Да, если и там. и не инвестиционные. Я круг. думаю, что так, что если эта пангруппа получит там срок, э вот, то инвесторам на это будет просто наплевать. А вот, а инвесторам там, связанным с Ватиканом, они наоборот скажут, что в России все нормально. Потому что надо понимать еще, вот никто не говорит, есть понятие как бы, да там, э, госцелесообразность. Вот, вот такой инцидент. Э, если эти пангруппы получат срок, это означает, что всем будет показано, что это наказуемо. Что больше как бы так делать нельзя, да? То есть кто сделает, тот сядет. А с точки зрения экономики и рынка это что? Это никак. Это никак. А Ватикану это понравится. С точки зрения пангруппы, с точки зрения пангруппы, да, но я говорю об общем тренде. Я говорю о втором деле по поводу Магнитского, который, может быть, уже маму его вызывали, да. Я же не говорю там конкретно какой-то девочке, там, которая даже не умеет пить на самом деле если поскрести это не мне это абсолютно интересно я просто думаю что региональные элиты сидят и ждут некого сигнала сейчас вот как бы был у нас медведев а -а -а. есть и Прошу да, еще, да. который вырабатывал тренд да. некоторые воспринимали его не рыба ни мясо грубо говоря вот и как бы если так буду, дальше будет продолжаться да? что начнется буза, ну вот так вот, если и это мое частное мнение, да, поэтому сейчас им нужен тренд на закручивание гайк, сигнал в регионы, и сигнал, мне кажется, он будет послан, вот. Можно я добавлю? Да, конечно. Да? Я просто считаю, что ну биржа сильно связана с общей ситуацией в стране, там, с экономикой, с корпоративными прибылями. Вот все все-таки люди, кто играет, неважно в казино на бирже, они очень суеверны. Путин достаточно везучий. То есть э, в нулевых там фондовый рынок, ВВП, все выросло в долларах, грубо говоря, в 10 раз. И мне кажется, что с высокой вероятностью э, может повести еще раз. Вот Медведев на самом деле не очень везучий, если мы uh -huh. посмотрим. Он пришел, там рынок сразу упал, ну и так далее. Даже наша сборная не попала на чемпионат мира по футболу. Я расскажу анекдот. Он очень популярен у нефтяников так. и политиков. Анекдот такой: летит самолет. В самолете. Летит Путин. Литературный? Литературный. Так, приличный. Так, Путин, так. Обама и президент Ирана. Является Бог, говорит: исполню одно желание каждого. Но бойтесь своих желаний. Подумайте, прежде чем меня попросить. Ахмади говорит, мне и думать нечего. Я хочу, чтобы все американцы отправились к шайтану в Ад, и чтобы он жарил их всех на огненной сковороде. Хорошо, сказал Бог, а вы президент Соединенных Штатов. Обама нахмурился, сказал, ну если такой разговор пошел, я тоже хочу, чтобы все террористы, все исламисты отправились к черту в ад, и чтобы он жарил их на огненной сковороде. Угу. Хорошо, сказал Бог. Ну а вы, Владимир Владимирович, вы-то что хотите? Вы знаете, ситуация очень-очень быстро меняется. Теперь, наверное, уже ничего, просто кофе. Это Александр Рузулаев, 65-10 99,6, код Москвы. 6, Слушайте, наши торопили, наверное. А, <laughs> Финам.фм. И вот я их приглашаю да, пообщаться в открытом эфире с Александром Рузываем и Андреем Верниковым. Звоните, пишите и задавайте вопросы, либо высказывайте свои мнения и соображения. Добрый вечер, в эфире, Аля. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? А, здравствуйте, я в эфире, меня Юра зовут. Да, Юрий, приятно, слушаем а, вас. Здравствуйте, у меня два вопросика. Вот, значит, ну вот я когда-то держал деньги в ПИФах, вот, а учитывая, ну, потом их благополучно вывел, вот, сейчас я не отнесу на фондовый рынок, потому что у меня создается ощущение, очень аллегорично похоже на, похоже, ну, наверное, как сказать, когда зэки бегут в зону, они берут кого-то пожирнее, вот, так и здесь, мне кажется, все вот эти частные инвесторы, это просто на самом деле Люди, которые нужны какому-нибудь очередному хмурому Сечину, э, который просто сыграет на инсайде и, соответственно, заработает. Uh -huh. А все остальные, ну, соответственно, как, пойдут на 21 ряд. Вот. Ну, это, это даже не вопрос, а это, по-моему, реплика. Так. Но, э, ну, вопрос, наверное, тогда философский. Э, вот э, люди, которые профессионально работают на этом рынке, как они ощущают? свою пользу для общества, ну и вообще какую недобавленную добавленную стоимость добавочную. Да. добавочную, да, да. То есть что они своим детям говорят, что ты вот делаешь как бы, ну вот в этом мире хорошего, так, наверное. Спасибо, Александр ну, Зулаев. Значит, что мы приносим для общества? Завтра утром на финам инфо в моей колонке будет статья на эту тему. Я не знаю, во сколько девушки ее повесят, но я думаю, часам к 11 она там будет. Так. И там как раз подробно это все не разбирается. Неужели так совпало? Так совпало. Вопрос слушателей. Там подробно все разбирается. И на самом деле повод для статьи какой? Это. Скандал на прошлой неделе с Goldman Sachs, да, когда руководитель подразделения по деривативам сказал, он опубликовал в New York Times письмо, что а, сотрудники Голдмана называют клиентов кретинами, что главное в компании это личный финансовый интерес, контор или фирмы, да, как они говорят, да. а как бы клиента по барабану вот подробно все это разбирается, просто эфир лучше это будет прочитать. А, что касается ПИФов? Я не следил последнее время, но всю жизнь доходность большинства пифов была ниже индекса РТС. Ну вот всегда так практически было. Да. Поэтому с моей точки зрения в пиф, ну, во-первых, это долгосрочное инвестирование, понятно. Если уж покупать, покупайте, ну, скажем так, индексный. Вот индексом МВБ бывают такие. Вы покупаете рынок, вам тяжело сделать портфель. Но если вы хотите просто вложить в долгую, в наш рынок, я считаю, что лучшая бумага с точки зрения качества активов, перспектив, это «Роснефть». Поэтому вот у меня у самого стратегический пакет — купить и забыть. Да, — Александр Розуаев, Андрей Верников. — Да, кстати, насчет Голмана мне понравилось, читали мы это письмо. Клиентов называют «маппеты» из «Маппет-шоу». А активы, которые в паре вот называются топоры, потому что они потом вниз падают. Но это так, реплика. Что касается какой Мне пользы... так подмывает спросить вас, а как вы называете клиентов? у меня на Финам Инфо старая есть, правда, статья, это июнь 2010 года, про биржевой жаргон. Там все написано, можно найти архив. Александр, скажите, как называют клиентов? Я себе не враг такое говорить в эфире. А, даже так? Да ладно, я скажу. Конечно, скажу. Литера... Так, я, в я зоне ск... русского литературного я языка. Я скажу, как называют э, клиентов профессиональные трейдеры, которые сидят э, в деньги, там торгуют. Называют лохопеды. А, опять ну, эти лоха... лохопеды покупают, да, но это не аналитики, конечно. Аналитики не настолько циничны. Что касается, насколько мы заним, я занимаюсь богоугодным делом, не в 95 году, когда пришел на рынок, были несколько другие ожидания. Мы воспитывались на книгах Миркина, думали, что будем привлекать действительно средства в реальную экономику. Но поскольку фондовый рынок с тех пор выродился, стал некой такой игрушкой, непонятно. Uh -huh. непонятным. Как, знаете, есть хороший анекдот, что Уолл-стрит похож на Лас-Вегас, только в Лас-Вегасе дают напитки, а на Уолл-стрите не дают. Вот примерно такое казино пошло то в основном, значит, моя задача это бить по рукам, и вот говорят, вот говорят вам, не делают то, не делают то, говорят, вот вы хотите инвестировать, а вы знаете, что инвесторы это утилитарные овцы, да, зайчиков бегающих, которые будут вами питаться. То есть приходится просто э, ну, людей направлять на, как сказать, чтобы они сразу деньги не потеряли. Потому что, ну, откровенно я вам сказал, да, что 5% выигрывают. Откровенно говорю, что процентов 60 счетов э, в компании брокерской пустые. То есть люди уже доигрались. Я просто приходится говорить правду в глаза. Хотя это неприятно и, конечно, многих отпугивают. Потому что в этот же момент говорит человек: ах, ты говоришь такие вещи негативные, а вот рядом в компании такой-то, такой-то дают структурный продукт, который гарантирует доход на 40%. Я пойду туда. Ну вот, вот моя задача, как бы вот такая. Ну, я добавлю, что это все-таки касается спекулянтов. Я думаю, что люди, которые там, я не знаю, покупали. Газпром там перед либерализацией по 2,5 доллара, потом там по 13 продавали. То есть все-таки в основе э, рынка лежит экономика. То есть совсем по-простому, в долгу экономика растет, прибыли компании растут, ну и вроде как, значит, э, котировки должны расти. То есть я всегда призываю смотреть на важные события, на фундаменталку. Uh -huh. И отделять вот рыночный шум или там какие-то разговоры, которые не имеют а, отношения к перспективам бизнеса или к каким-то трендам. Ну, условно говоря, мне очень понравилось, а, когда Буш выиграл выборы, вот с гором 2000 год, там не ясно было. И что говорили на Уолл-стрите? Буш – республиканец. Республиканцы связаны а, с нефтяными компаниями. Соответственно, высока вероятность войны новой с раком, и, соответственно, вероятность большая, что нефть будет расти. Так. Россия на этом поднялась. Поэтому я призываю не спешить, а если инвестировать, то, ну, хотя бы там, не знаю, на полгода, да, или еще на год. Та, Той стратегии, которую да. для себя И смотреть на серьезные вещи. Я расскажу еще один анекдот, он тоже приличный. Так. Опять. У нас сегодня это. Самолет так. взлетел, командир борта, у гражданский самолет, сказал все, что надо, пожелал пассажирам хорошего полета забыл выключить громкую связь и говорит штурману, слушай, сейчас выпью кофе и трахну всю Ордесу. Все, Ордеса в шоке. Она покраснела, она на каблуках летит в кабину пилотов, сказать, что мальчики, выключите вообще громкую связь, и как вам не стыдно. Торопится, падает в проходе, ей больно, она разбила коленку, она заплакала. Пожилая дама, которая сидит рядом. Милочка, вот зачем так спешить? Вы бежали, вы упали, вам больно, вы заплакали. А между тем он четко и ясно сказал, сначала кофе. Применительно к фондовому рынку? Применительно к фондовому рынку надо сначала подумать, посмотреть, понять и потом делать вложение. И не психовать, если у вас будет бумажный лось. Пос да. Так, ну да, вот и что я хочу сказать: вот слово инвестор для меня слово ругательное, в отличие от пугать После того, как золото падало 20 лет, по-моему, с 80-го года, да, китайский рынок сейчас стоит в 70%, японский, по-моему, даже 75% от максимумов. О каких инвестициях мы можем? Мы обрабатываем торговые некие моменты. Вот в какую сторону упадет момент, мы их работаем. Конечно, это игра не до всех. Я понимаю, легче инвестировать и потом забыть, но вот, вот боюсь, так вот жить на в. В этом году не придется, и в следующем тоже. Фундаменталка может быть как вверх, так и вниз. Вот Опять-таки, с моей точки зрения, факторов вниз сейчас больше. Опять-таки, опираясь на фундаменталку, банды плюс опцион. 65-10-99-6, код Москвы-495 и финам.фм наши средства связи. Здесь у нас в московской студии финам.фм Александр Зуваев и Андрей Верников. В общем-то, вы чувствуете, да, то, что эксперты разошлись в своих взглядах, в общем-то, достаточно серьезно разошлись. А, все зависит, еще раз подчеркну, от той тактики, от той стратегии, которую вы занимаете, даже больше стратегии, нежели тактики. Да? То есть тактика это все-таки для короткого периода. Если вы готовы войти, готовы рисковать, рисковать серьезно, это одна ситуация. Если вы входите в бумаги в долгу, ну, как сказал господин Рузуваев, полгода, да. Ну, на самом деле, я бы еще бы, лак бы конечно расширил, конечно. да. То это приобретает несколько иной крас. В некоторых домах там по стратегический портфель может быть 3-5 лет. Я могу, собственно, пример правильной долгосрочной инвестиции. Так. В августе 1998-го, до дефолта, я покупал акции Цума на свои деньги по 20 центов. А в январе 1999-го они стоили 3 цента, и мне это было по барабану. А в мае-июне 2008 я их продал по 8 долларов. Угу. Вот а. это пример правильной инвестиции. Андрей, ну может быть действительно вот не все так однозначно. А что однозначно? Как бы мы находимся в периоде, который называется период переформатирования финансовых рынков. Что будет на выходе, там, какая колбаса фарш, никто не, вам не скажет. А мы даже... Потому да что не знают. А вот даже вот возьмите Apple, который сейчас достигла, было 400, 3 месяца назад, сейчас 600. Да. Вы же помните, что на месте Apple в Dow Jones был кодек, который взяли и убрали. Так что вот вам предмет долгосрочного инвестирования в кодек. Поэтому лучше занимать активную позицию, по-моему, по-моему. Вот и что касается фондов, я думаю, что самые честные это индексные фонды, которых вот слышишь, нам говорили слушали, по-моему, да, фонды. Да. Вот. И второй момент, который я думаю, что реально, хочу дать совет: надо зайти на сайт, посмотреть, отфильтровать а, доходность за последние пять лет. Найдется все-таки три, я знаю, точно три компании, которые покажут доходность, которая обыгрывает индекс лучше индекса. На самом деле, вот пример с кодеком. Ну, надо, надо Уходят игроки, Послушайте. уходят эти ведущие игроки. Надо внимательно следить за ситуацией. Например, мое мнение по Юкусу да, полностью поменялось ну, от того, что минимум держать, а так он дешевый, когда Сибнев, то есть господин Абрамович, расторг сделку. Вот когда Сибнев мне прислала пресс-релиз во время того, вот в ноябре третьего года, когда шло собрание объединения ЮКОС Сибнефть. Вот в этот момент они расторгли сделку, потому что политический вес господина Абрамовича был настолько серьезен, что ясно было, что Юкусу уже ловить нечего. И в принципе, если ну, долго рассказывать всю схему, в результате последующих событий, что получилось? А, государство получило много денег с ЮКОСа да, за счет налогов? Mm -hmm. Ну выдало. Yeah. Государство как бы получило бесплатно фактически активы ЮКОСа, потому что а, после Юганска Юганск, то есть фактически уже Роснев, предъявила ЮКОСу претензии на 10 миллиардов долларов, которые суд, ну, подтвердил. То есть получается, Роснев купила а, Юганск бесплатно, ЮКОС еще, ну, доплатил. А Газпром, э, скажем так, э, свои казначейские акции государству впарил, ну, и еще там, скажем так, сильно капитализация выросла. А акционеры ЮКСа не получили ничего. А господин Абрамович сначала продал себе нефть Ходорковскому, а потом продал ее еще Газпрому. И еще дивиденды получил, и уехал там, Челси футбол. То есть надо смотреть расклад, все меняется. Ну, то есть получается все-таки не то, что купил и забыл. Не, ну, конечно. Вот мы, Россия, это нефть, да? Мы все это смотрим, вот как идет. Но если вдруг этот кошмар со сланцем, да, что через 7 лет из-за сланцевого газа и нефти Будет э, не в 30 долларов, то, конечно, по рынку это шорт. А что такое дешевый газ? Это дешевая электроэнергия. А что такое дешевая электроэнергия? Это металлургия. Нет, конечно, в моменте будет падать все. Ну, надо, естественно, смотреть. Uh -huh. Uh -huh. Еще раз напомню, здесь Александр Разуваев и Андрей Верников в студии Финам ФМ. Михаил спрашивает: 3000 ПРТС от Разуваева все еще актуально? А, ну, на самом деле, глупость это, просто люди ну, не читали. Я, даже... я цитирую письма, как они приходят к да. ней а, На самом деле, как бы если мы посмотрим Собиновские прогнозы, то таргет был снижен еще в июле 2008 года, и более того, в августе а была флешка моя и господин Воронков, но мы вместе работали о том, что падение будет к 1000 пунктов, А вот. И 500-700 пунктов, как негативный сценарий, говорили, кстати, в этой студии. Вот uh -huh. Uh -huh. А, значит, с моей точки зрения, что если бы не было ну, скажем так, наших политических рисков, и если не было бы вот этих опасений, большая бета русская, мир вниз, мы сильно упадем, то индекс РТС уже где-то сейчас был бы 2500. Потому что, посмотрите, наш индекс, он все-таки, он же по фрифлоуту взвешивается. Это несколько крупных компаний. Газпром, Лукойл ну, Сбербанк да, и так далее. Известен, да. Поэтому вполне может быть. Для этого просто в мире должно быть все хорошо и не быть наших политических рисков. И наша бета будет отыграна так, что мама не горит. Слушайте, вы, Александр, постоянно говорите об этих политических рисках. Не, ну, люди, люди, да, это дисконт, который существенно влияет на нашу оценку. То есть, если посмотреть, как мы оценены по там 2012 -го года к Emerging Markets, у нас там дисконт процентов 40. Я согласен, что некоторые скажут, что... У нас большая доля сырьевых компаний, там uh -huh. традиционно более низкий мультипликатор. Я согласен. Но если лукойл сейчас торгуется где-то 3,5, ну, грубо, то всякая шестерка он должен стоить, я не говорю про десятку. Uh -huh. Вот. С чем это связано? всю жизнь говорили там в начале нулевых политические риски. Потом, году в пятом, в шестом, когда пошла либерализация там Газпрома и так далее, про них перестали говорить, они как бы ушли. И часто наши компании там в седьмом году, в восьмом были дороже, чем многие другие. Я не знаю, Банк Москвы стоил 7 капиталов. Но сейчас, конечно, это достаточно серьезный дисконт в оценке. Я не знаю, может быть, прав Андрей, когда говорит о том, что на надо бегать, более активную позицию занимать. Ну, что... Я считаю, что спекуляции это путешествие таракана вокруг стакана. Так, Поэтому... У нас есть один, я не хочу рекламировать, зовут его Саша, в общем, это трейдер, который 8 лет работает в нашей компании, без рекламы сразу, да. сразу, и без анекдотов. Значит, начал он свою карьеру с того, что папа ему подарил Honda Accord, он ее продал, купил Жигули, и на эти деньги, в общем... На разницу. На разницу. Он уже 8 лет торгует, он окончен Гимо, не работая по найму в принципе. Он считает, что начальники все дураки. Но должен сказать, что... Очень... А вы говорите без анекдотов. Это не анекдот, это реальный человек, в общем, который действительно каждый день показывает, что он хищник. Вот он хищник, вот последние два года. То есть он цепляет идеи, он скальпирует рынок. Да, он моменты неэффективности. У него, правда, 8 мониторов, и это очень тяжелая работа, и 8 мониторов все время отсматривать. Но, тем не менее, эти моменты замечательно скопируют и едет на спинах инвесторов вперед. Похоже на рекламу казино, но может быть Но другое дело, что есть правила инвестирования И не один серьезный Puis, Я вот борюсь третий год, четвертый год уже в этой программе Чтобы не воспринимали фондовый рынок как казино Вы, вы сегодня а, а, просто рушите это все А вы не подпредили перед эфиром? -то. Я так скажу У меня прекратите. был коллега, ну и есть да. Мы еще так живем рядом, Беляева, Ясенева и когда все было открыто, мы часто ходили, якобы, как за компанией. Типа, тут мой друг, пойдем со мной в Львиное сердце. Вот знаменитое это казино да. на Ленинском проспекте. Бывшее казино. Ну, еще, да, да. да. А, вот. И, соответственно, очень часто, ну, я как бы, у меня жесткий там лимит был, сколько я могу проиграть, и, и все, и я дальше там шел. А он как бы дальше играл. Там подходил какой-то персонаж и начинал говорить, слушай, я вот вчера там столько выиграл, что ты сидишь, там давай поиграем. Обычно девушка какая-нибудь. Так далее. Поэтому я так скажу, что не может быть все, все бывает. Но на самом и деле... действительно можно заработать. Да не, ну конечно все да. бывает. Но на самом деле э, все-таки есть правила инвестирования, как работают крупные фонды, э, как работают там страховые компании, пенсионники. Ну и считается, как написано в любом учебнике, что вы в плюсе, если вы заработали денег выше стоимости денег стоимость денег каждый определяет сам, да? Или философия, или ну, это фундаментальный анализ. Да. Или если вы просто переиграли индекс, как работают многие буржуйские фонды, это, скажем так, нормально. Хотя бывают вот, действительно исключения. Ну, был у меня там человек, например, он всегда покупал с плечом, и он покупал активно во время вот роста рынка там 5 6 шестого год. Он заработал очень много денег. После этого он женился жена знала, сколько он заработал, сказала, очень хорошо, но казино обыграть нельзя. Все, заканчиваем игру, я все твои деньги забираю. Ну, он сейчас счастлив, да, наверное. А вот, но все-таки, скажем так, опять-таки, вот так спекулировать вы можете достаточно небольшими объемами. Если у вас под управлением сотни там, миллионов долларов или там, ярд, или два, там, вы не сможете этими объемами так двигать рынок. В принципе, самый вообще прибыльный бизнес инвестиционный это скупать бумаги в деревне Гадюкина по рублю, и потом по 5 рублей этот стейк там, продавать а, московским брокерам. 400%. 400%. Даже с учетом транспортных расходов, расходов на бандитов, вы все равно там зарабатываете. Но опять-таки, это все-таки ну как бы э, специфический это другое, бизнес. Это другая, да, да это да. Другая, другой вид бизнеса. Вот пытаюсь я вас э, приобщить, э, слушатели, к успешным людям. У нас целый как бы зал набит этими дилинговыми этими исключениями, которые активно бегают э, по рынку. Но как бы зайчиками, но не хотят. Что-то такое отторжение, да? Вот никто, никто не спрашивает, вот такие зайчики, что это такое отторжение к этой теме, да? Но посмотрим, посмотрим, еще годик поживем этот... Чтобы Нет, подождите, страна. 65, 10, 99 6. Вот у вас есть это отторжение? действительно? То есть вот а Андрей Верников занимает э, позицию, говоря об активной, э, уж простите за тавтологию, активную позицию занимает. То есть уметь работать на рынке и, и выхватывать идеи. Я понимаю, что тот э, пример с э, молодым человеком, да, который... Трудится, там и поменял автомобили, и разницу вложил. Это все-таки исключение, Андрей, согласитесь? Я добавлю. У нас так, их зал целый исключение. Я, 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 согласен, что их... просто они ротировались. Многие уходили, они как сидят, так и сидят. Спросите Верникова, кто такие зайчики побегайчики а Я пока, просто добавлю, а, что Розуаев. любая сделка это комиссия. Чем М -м. больше сделок, тем больше дома имеет комиссии. Поэтому, ну, стандартная тактика, да, чтобы клиент совершал больше сделок, этому его там ангажировать. У, а у, вот. нас, у нас как Затащить. бы они сидят годами. годами сидят ну, соответственно, и, и вы... постричь клиента, схомячить комиссию. Ну, есть как бы такое Не дело. хочу как бы рекламировать, но у нас одни из самых низких комиссий, весь рынок это знает, так что вот. О, вопрос а, же о выручке, нас... в суммарной выручке, да, по числу сделок. С этого живет просто розничный брокер. А какой-нибудь там, я не знаю, фондешник байсайдовский может делать там, я не знаю, 10 сделок за год. Но при этом. Ну, в общем, доходность порядка 60% годовых. Хотите верить, хотите не верить. Не, ну, понимаете, прав это другой. Вот жизнь, она многогранна. Она не состоит там из первого, второго и третьего. Есть 125 и 127, да? Но основная масса людей, Андрей, они не воспринимают это. Они, они не воспринимают, у них даже... бизнес есть, понимаете? У них нет времени на эту фигню. И, а тут надо следить за 8 мониторами одновременно и бегать за рынком. Не развивай прав, тогда лучше вкладываться в длинную. Конечно. И они будут утилитарными трейдерами, которые будут подпитывать вот этих вот активных зайчиков. Ну, знаю, а это вы говорите это... о миссии, вот, о том, что я должен говорить правду. Вот я пришел вам, сказал да, правду. Не, да. Я, я вам сказал правду, себе. что этот год будет такой же, как прошлый год. Ни рыба, ни мясо. Будем носиться туда-сюда. А, ну, не знаю. Каждый вправе выбирать. То есть это вот самое главное. Выбирайтесь, читайте, анализируйте. В конце концов, информации сейчас более чем... И я добавлю много ресурсов, но... Абсолютно. Действительно, чтобы... Кто интересуется. Да, чтобы быть в нормальной теме, достаточно читать «Финам.ру». И ресурс государственный официально могу отрекламировать это скринеру. Скрин он платный, но аналитика там бесплатная. Причем там очень большой архив. Друзья просили, я там нашел свой обзор по дочкам ТНК бп еще до консолидации, когда не было ТНК бп холдинга за 2003 год. Поэтому скрин очень полезная вещь. В принципе, двух этих ресурсов достаточно. А прогнозы на вот в короткую, что называется. Андрей. Вот, очень хороший момент. Значит, идем на 1480-1500 по индексу МВБ. Оттуда отражаемся наверх скорее всего сбербанк все-таки я люблю сбербанк да шатить не надо он будет лучше рынка в этот момент и я я собственно там ходятся три тренда и я собственно буду покупать в этот момент сбербанк в общем а также до портфеля моего ротации я одновременно веду портфель в УК, uh -huh. значит я собираюсь купить ряд компаний электроэнергетиков вот именно на ожидании реализации тарифов потому что когда их поднимут, уже поздно будет что-то покупать. Вот кто Некоторые компании, которые я не хочу сейчас э, называть, uh -huh. потому что они помешают мне. Это, мои вот так вот, такой торговый момент, отскока от этого уровня. Uh -huh. Это Андрей Верников, Александр. Я повторюсь, после президентских рын выборов рынок обычно падает. Ну, всегда у нас падал. Хотя понятно, что эта история в каждом случае отдельная. А если будет исключение? Ну, а что исключение я сказал, банды плюс опционы. Но я все-таки смотрю вниз. Я считаю, что будет достаточно серьезное падение от нынешних уровней ну процентов 30 точно вот и я считаю что скорее всего не господь бог но это война потому что на ближнем востоке да вот как говорили если бы не сдали судеты гитлеру если бы задавили его, ничего бы не было тогда. И смотрят все на персов именно так. Вот сейчас пока это можно сделать. И мне очень э, нравятся эти разговоры там, и в Совбезе он. Ну да, может быть, у Ирана есть ядерное оружие, но ведь средств доставки-то нет. Берется обычный обкуренный идиот, который мечтает стать шахидом. Небольшая бомбочка, 10 таких идиотов. И вперед! А в шестом году в России я нашла очень. Ну, малым экраном, но можно было посмотреть, особенно в англоязычной версии свободно на DVD, фильм Сириана. Там прекрасно это показано. Вот я советую найти и посмотреть, как все это делается. Поэтому с моей точки зрения война неизбежна. У урана есть ракеты радиусом полтора тысячи километров, Земля-Земля, так что при желании они могут поберну, по этому проливу просто стрельнуть и потопить несколько танкеров и заблокировать. Но вот будет ну, не ли факт, такой, что так будет. Будет он. так это, действительно, это не факт. Вообще думаю, что там на самом деле не будет войны. Посмотрим. В конце концов, политики и главное их призвание в том, чтобы находить общий язык. Даже если ты не можешь найти общий язык. Просто когда ты побеждаешь, есть вопрос с Ливией, да? Вот они победили. и Плюс все-таки действительно, я повторюсь, для Израиля это вопрос выживания. Есть исторический опыт. Есть опыт... Ну, Тысячелетнее общение не, с Ливи персами, поэтому тут как бы очень много всего намешано. Да. Ну посмотрим. Посмотрим. Ситуация там действительно напряженная. Ну, еще раз, может быть, я так выскажу свое оптимистичное мнение, что я думаю, что там войны не будет. Александр Зуваев, Андрей Верников, сухой остаток. Финамофа.